торжественная онлайн-церемония оглашения результатов. Компетенция «Дошкольное воспитание». И сразу золото. Мария Демидова, Казанский инновационный университет имени Тимирясова. И золото отправляется в Казань. Мария, мы вас поздравляем. Вы делаете большое и очень-очень важное дело. Работаете с моими ровесниками, детьми. Компетенция администрирования отеля. Золото. Золото сегодняшних состязаний, чемпионатов данной компетенции администрирования отеля. Айгуль Гаязова, Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Айгуль, ура. Айгуль, ну давайте радоваться вместе с вами. Киу. Мы вас поздравляем. И Казанский инновационный университет. Пожалуйста, съешьте за нас сегодня чак-чак. Туризм. Туризм – компетенция, которой в этом году все благоволило. Бронза. Мария Лысенкова и Анастасия Потенко. Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Бронзовая медаль отправляется этой замечательной команде в Казань. Здравствуйте! Как вы? Вы даже зависаете красиво. Здравствуйте, мы вас рады видеть. И мы, судя по движениям биксельным, понимаем, что вы рады, что вы передаете нам привет. И мы в ответ вам передаем большой наш привет, лаверды, Казань. Ура! Компетенция «Туроператорская деятельность. Золото». Анастасия Ведерникова и Эльвира Ксенофонтова, Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Я сегодня неоднократно представляю Казань. И как здорово, что в очередной раз Казань появляется на экране. Дамы, большой вам привет.